Основная цель Египетского университета исламской культуры Нур Мубарак – повышение религиозной осведомленности, формирование и укоренение исламских знаний у казахстанских граждан. Почему мы называем это укоренением? Потому что у казахстанских граждан есть глубокие исторические корни на этой земле, на их родине. И эти глубокие корни указывают на принадлежность к исламу. Это очень важный фактор. Ислам является активным элементом идентичности казахов. Когда казах спрашивает себя «Кто я?», он может ответить «У меня есть древняя история, у меня есть великая религия, у меня есть крепкая настоящая действительность». Три основных фактора – родина, земля и история. Роль религии в том, чтобы объединять эти факторы и сохранять. Именно поэтому университет Нур Мубарак, который был основан в течение короткого времени после обретения независимости, является очень важным для осознанного отношения к родине, религиозной осведомленности, повышения национального самосознания и укрепления казахстанской идентичности. Ислам учит, что нет никаких противоречий между идентификацией с родиной и религиозной идентификацией. Это два дополняющих друг друга аспекта. Они идут вместе и не являются взаимоисключающими друг для друга. Ислам усиливает любовь к родине. Родина поддерживает любовь к религии и духовности. В этом нет противоречий. Пророк очень любил Мекку, но он был изгнан из этого города. Он сказал: «Клянусь Аллахом, ты самая любимая земля для Аллаха из всех его земель и самая любимая для меня земля. Если бы твои жители меня не изгнали из тебя, я бы сам никогда тебя не покинул». Принадлежность к родине никоим образом не противоречит принадлежности к религии.